мы решили посмотреть второй раз, почувствовать второй раз автомобиль Opel Vectra. Да, это один из самых распространенных автомобилей в Магнитогорске. Мы уже как-то катались на таком агрегате. Он тоже был 1.8, 16-клапанный. И вы знаете, ничего не изменилось. В эту машину можно влюбляться. Что касается продукции General Motors, то автомобили этой марки обычно достаточно долговечны. Автомобиль очень хорош собой. Причем в нем нет той резкой рубленности, которая присуща дизайнерам нынешнего. И в то же время он ничуть не отстал, я бы так сказал, от тенденций. 1.8 для такой машины, в принципе, Opel — это машина класса D. Вполне достаточно. Причем, что называется, сочетание цена-качество здесь идеально. Nice to meet you, my dear friends. With this car I first met in last year in Great Britain. И случилось это в славном городе Лондон-Дерри на чемпионате мира по дзюдо. Там нас прокатили на такси, и такси это было именно Opel Vectra. Я еще удивился, странный такой самолетик, потому что все в цифровом виде, где что открывается, где что закрывается. Оказалось, что машина марки Volkswagen, дело в том, что Opel именно по такой марке продается в Великобритании, чрезвычайно популярна. Да, популярна она в принципе и в магнитке. Недорогая, очень красивая машинка, такая стильная, которая впечатляет именно вот этим соотношением идеальным, цена-качество. Я бы сказал, что цена-качество и плюс объем. Дело в том, что машины марки Opel заслуженно считаются самыми вместительными машинами, выполненными в Европе. Во многом это, наверное, благодаря конструкторам фирмы General Motors, которые создавали модель, оглядываясь на американский авторынок. Ведь ничто не может быть лучше, я еще раз повторюсь, для нелюбителей американского авто, чем замечательная, большая и хорошая машина. Большая машина, она одновременно может быть и быстрой. Opel Vectra это доказывает. При небольшом объеме движка машина резвая и стремительная. Вот люблю я такие вот пухлые формы, не знаю, New Age это как-то все-таки, ну как будто отрубили тебе что-то под прямым углом. Любителям стиля New Age я скажу, я его не сильно люблю. Для меня все-таки вот предыдущее поколение, округлость, форум, такие вот зализанность, наверняка когда-то это придет. Ну, представьте себе женщину рубленными формами. Гораздо приятнее, когда она круглая, пухленькая такая. Есть за что ухватиться. В Opel Vectra есть за что ухватиться. Очень приятные, опять же, округлые формы приборной панели. Буханка у руля тоже просто замечательная. Так охота ее расцеловать. Но Opel это мужчина. Боюсь, меня неправильно поймут. Вот если вас, это женщина, ну, хотя не буду вас целовать принципиально, честно говоря. Ну, скажем так, обнять его можно, как мужика настоящего, породистого. Адам Opel. Интересно, где же Ева? И кто она, Ева? Леха, что может сравниться? Что? Так это же Vectra. Вот я заболтался. Opel-то сам-то мужик. А Vectra-то она же все-таки женщина. Поэтому можно и поцеловать. Хорошая машинка. Машинка отдается вам полностью. Для этого здесь управление климат-контролем, магнитон, и все вывести на руль. И где эту машинку-то можно приобрести? А машинку можно приобрести по абсолютно недорогой цене, 9 500 долларов. Долларов, не евриков. Надоели все-таки у меня эти бумажки. Как-то зеленое, приятнее и роднее. На автоцентре Weld. Да-да, у наших друзей